году на Дальневосточный форум. И страны АТЭС, которые с нами уже выстраивают новые отношения, это тот базис тоже экономический, который является надежным для страны. Знаете, когда... Всеми способами старался не разуверить его в этом. Зачем? Затем, что рано или поздно его поиски должны были заинтересовать контрразведку. Что и случилось. В конце концов, он обратил на себя внимание ведомства товарища Якушева. И они вместе стали искать старого шпиона, юнкера. Не подозревая, что руководит их поисками сам Генрих Юнкер. Но на большую игру это не тянуло. В моей пьесе главным героем должен стать СМЕРШ. И вот тут-то удача. Из венгерского посольства накрутило так, что я чуть не сдурел. Нет, поначалу боялся, конечно, жутко, но потом понравилось. Юста папкины разговоры слышит. Молодой человек сообщил нам, что для лиц, прибывающих на крымский полуостров, НКВД меняет форму командировочного удостоверения. Этот камень для кисети Кошкина. Бедолага не знал, что послал на заклание. В день приезда в Симферополь на вокзале за мной следил соперник. Он убил самолет. Когда поезд пришел в Симферополь, соперник был уже мертв. Здравствуйте, Петрушка. Петр Холодов говорил, что Но в моем спектакле все должно происходить вовремя. Убийство.
это ты Чернобыль. And not is what Мы нашли